Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру зомби. Растения против зомби. И у нас зомби-ботаники. Какие-то мы открыли мини-игры. Они будут нас стрелять, короче, прикинь. Они притворились растениями. И надо будет мне их победить. Так, для этого берем. Вот, солнышко. Обычного. Замораживание. Двойной. Орешек. Бомбочку. А, ну и все, в принципе, да, поехали. Ага, они теперь будут еще стрелять на нас. Ё-моё, вот это не задача. Вот это я не знаю, как выиграть теперь. Вот это прям сложно будет. Сейчас посмотрим. Да. Капец. Слушай, они реально будут стрелять или как? Если они реально будут стрелять, это вообще же... Блин, я не знаю просто. Точно, они стреляют. Только пока... вообще мне по барабану, что он там стреляет. Блин, и идет он быстро. Быстрее, чем обычно. Как его победить? Если мы обычного посадим сюда. Чувака. Блин, кто кого, я не знаю. Слушай, давай орех сюда посадим. Иначе он меня убьет. Я не вижу большого смысла. Ой-о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 й. Что происходит, ребята? Сейчас он моего растения уничтожит. Ёлки-палки. На, давай. Как-то защитим, что ли? Подсолнышек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тяжко. Кто ж кого убьет? Если он меня, моего сейчас убьет, это будет, я не знаю, как все выиграть. В этом случае. А, нет, смотри, хорошо. Так. Пока ничего не буду сажать. А нет, все, садим. Сюда. Вот этого чувака. И надо нам вот эту еще линию защищать. А у меня солнечной энергии-то вообще мало. Ёлки-палки. Смотри, они кого-то точно меня убьют. Какой-то подсолнух. Ладно. О, нет. Сейчас он его точно стрельнет. Стрельнет, ребята. О, все, защитил. Вроде бы как он его не убил. Так, давайте быстро еще одну сюда посадим. Мне нужно орехами защищаться. Я не знаю просто по-другому, как это все сделать. Вот. Уничтожил одного моего. Блин, фига они такие сильные. Они очень быстро ходят. Попробую выиграть, а? Они просто начинают стрелять раньше, чем мои. Офигеть просто. Я вообще в шоке. Так, все, смотри, этот уничтожил одного моего. Блин. Что ж делать-то? Орешек срочно. Ой-о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 й
Ну я точно моего подсолнуха уничтожу. У меня нету денег. Купить ничего не могу. Так, давай. Сейчас мне барешек еще один поставить было бы хорошо. Блин, не успею. Ладно. Давай попробуем так. Обхитрить немножко. Так, защита. Так, подсолнышек садим. Мне нужно очень много подсолнухов. Очень много. Так вот, замедлитель. Замораживатель. Может, мне хоть немножко он замораживать будет? По-другому, ну никак. Так, давай сюда еще одного зелененького. Так, и очень мало у меня. Давай еще подсолнуха одного сюда поставим. Хотя бы. Так, и орехи нужно садить. Как можно чаще орехов. Вот такая вот у меня волна будет защиты. Да, миссия такая. Непростая. О, дядька орех. Зомби-орех. Он еще жрет орех мой. Надо его точно, этот замедлитель, покупать. Блин, а у меня замедлитель. А, вот есть замедлитель. Давай, так. Ой, молодец, замедлил его. Теперь орех надо вот сюда уже. Ух ты, опять этот зомби-орех идет. Так, ждем замораживатель, пока дуплится. Или мне... денег мне не хватает на него. Ну, сейчас этот... О, есть денежка. Все, замораживатель, давай, замораживай его. Орешек этот.
Так, сюда еще один замораживатель. Но вообще побольше орехов поставить. И, двойной еще можно горохострел. Ого, нифига себе. А толпа какая идет. Так, давай сюда поставим, садим орешек. Так, замораживатель сюда. Давай. Так, тут у меня линия вообще мощная. Да, солнечной энергии много, я буду копить на двойной. На двойного горохострела. Вот. Ну, трудность в том, что они, зомби, идут, а сдалека уже начинают стрелять прям. Такие активно. Так, вот еще замедлитель. Сюда я его посажу. Вот эту бы еще линию мне как-то укрепить. Вот, орехом. А я орех сейчас сюда прям посажу. И у меня много еще места останется, куда можно чуть кого-нибудь посадить. Какие-нибудь растения. Но мы будем уже, места мало, поэтому вот это двойное будем, двойного садить. О, монетка. Фига, неожиданно. Но уже лучше. Я уж думал, я не справлюсь. Пока все идет хорошо, я думаю, мы пройдем эту мини-игру легко. Так, вот еще орешек есть. А, давай его сюда посадим. Так, еще одного сюда. Ух ты, они могут меня пробить орех внизу. Поэтому, если сейчас будет возможность купить орешек, я посажу туда. А, давайте быстрее, солнышки. Ну все, эта линия вообще защищена отлично. А вот самая верхняя не очень, там орешек может кончиться скоро. Но туда, если что, я посажу бомбочку кину. А, либо орех. Так, сейчас я накоплю на орех. Вот. И туда орешек посажу. Хотя, может, это не понадобится. Так, я сейчас бомбочкой всех взорву. Есть! Ага, все, выиграл. Получили бриллиант еще какой-то. И трофейный кубок. Прошли уровень. Не, здорово. Так, этот 50 тысяч. О, нифига, они какие дорогие. Типа надо проходить всякие миссии, да, чтобы их пооткрывать. Ладно. Так, мини-игры. А вот это что такое, не работает, да? Это мы были в мини-играх, слушай. А есть еще пазлы. Last Stand Day. Это я не знаю, что я не играл. Еще не играл в эту игру. А, что здесь надо будет делать? А, ну просто садить растения или что? Так, ну что, ладно. У нас только 3000 денег. И нам надо как-то всех посадить. Сюда. Растения. А, слушай, можно этот. Получается. Вот так сейчас посадим. Так, пока денег много. Так, линия обороны у меня готова. Дальше. Садим двойные. Так, двойные хватит? Да, это будет 1000 стоить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Либо замораживатели. Да давай замораживатели посадим. Почему нет-то? Так, 1300 осталось. И куда? Что еще туда посадим? Посадим. Двойных, может быть, еще посадим. В принципе, хватит нам двойных. Так, ну еще взрыватель. Взрыватель я пока не буду использовать, не буду покупать. Ладно, поехали. Так, все, эти идут. И пока они сейчас встанут на шипы. И на этих шипах будут погибать. Так, а солнышков мне больше, я так понял, не дадут. Угу. Ладно. Хорошо. Так, ну они сейчас сами тут погибнут. Можно было немножко по-другому посадить, я уже сейчас думаю.
А хотя, ну да, можно было чуть-чуть по-другому сделать, но ничего страшного. Вот, это сейчас будет перепрыгивать. Это перепрыгнет, да? Гадина. Ну ничего, она тут далеко она не дойдет. Далеко она сюда не дойдет. Сейчас они тут все погибнут. Ага. Ну я правильно все в итоге поставил. Все правильно. Можно посадить еще вот такую штуку. Тут, правда, один превращается, два в огненных превращается, а который замораживающий, он теряет свою замораживающуюся способность. Получается, стреляет обычным зеленым. Ну ладно. Так, ну я немножечко не трачу. Вот у меня 200 осталось. Я не буду тратить максимальное количество. Можно вот эту посадить штуку. Например, сюда. Сюда, наверх. Не знаю, надо это, нет. А, ну ничего страшного. О, все. Все погибли или будет еще волна? А, еще одна волна, нифига себе. Так. А, ладненько, тут кого еще такое садить-то интересное. А, ну не сильно много-то и денег мне дали. Ну давай тогда двойные их еще вот сюда посадим. Тут у меня аж огненный такой. Огненным стреляет. Ну, в принципе, все. Поехали. Поехали. Так, это сейчас мне взорвется на картошке. О, взорвалось. Да, смотри, огненные они прям хорошо так уничтожают. Но в принципе, я эту волну пройду. Потом будет еще волна, еще, и так до бесконечности. Ага, что ж туда, что кого? Давай еще такого, одного сюда посажу. Замораживающего, на всякий случай. Так, по деньгам у меня все стабильно. А, ну сюда еще можно орешек посадить. А, вот сюда я посажу. Прыгунья. Хотя это не обязательно делать было. Ага. Опа, монетка золотая, не видел. И серебряная тоже возьму. Да, бегут прям. Там большая толпа бежит. Ну, сейчас я тут всех поуничтожаю. Все погибнут. Еще орешек есть. Куда орешек? Давай его сюда посадим. На всякий случай. Так, большая толпа зомби еще ожидает. Ожидает нас. И нам дадут еще кучу энергии солнечных. Угу. Да, прям вот эти вот огненные вообще красавчики. Прям хорошо так уничтожают. Замораживатели не так эффективны. Ну, это я так. Это мне так кажется. Так, ну вот, смотри, вторая волна, третья волна уже такая большая бежит. Да, ну что ж, ребята, посмотрели, поиграли, интересно. Будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если тебе понравился ролик, обязательно ставь лайк этому видео. Подписывайся на канал и пиши комментарии. Всем пока-пока.